любишь дотку и хочешь стать круче? На сайте anylevel.com ты сможешь заказать перекалибровку для своего аккаунта. Буст ранга от 150 рублей. Получить персональную тренировку или купить аккаунт. Ссылка в описании. Dota All Stars! Керри Вудс. Земля говном. А знаете звук, короче, монстра из фильма «Проклятие»? Вот это вот такой вот. Кто не смотрел фильм «Земля металлом»? Зачем, интересно, долбоеба пишут в никах Смурф? У нас, кстати, есть шанс, потому что долбоеб написал в нике Смурф. Вот, прошу заметить, если чел пишет в нике Смурф, огромный шанс, что он долбоеб. Огромный шанс. То есть у нас есть шанс. Ой, бля, мисс Клик. Маква, я моя секс-свай, сына, работаешь? Приезжал с Вейтерианом. Моё. Ждал тебя в туалете в Пикове, а ты не пришел. Изи. Мои похуй, Зос! Отлети, блядь! 3-0-2. Я могу играть без ошибок даже на супер-минус морали. Я очевидно в тильте сижу. Я уверен, что мы проиграем анивей. Потому что у них анивей эти два кура и банок фармят, и что поделать. Yep, you dead! С нами БХ бежит. Хуесосич. У меня линки не было, как же мне повезло. Ну что еще? Сори, я сделал 500 рублей пока что, ну, на доту. Я отвечу после игры. Тупо в райскинг бежит. Офига, он стал рядом со мной, блять. Иди в пизду. Почему у Верки нету маны? Что за ебаный герой? Как насколько сильно Верку порезали вообще? Как ей играть теперь? ВР-ка настолько useless сейчас, это пиздец, ВР-ка супер useless. Лучше бы я вивером играл на самом деле. Я вивером был бы, ну, более полезен здесь.
У нас был шанс выиграть, но сори, да, он и поздыхали. Просто попадали. Просто герои попадали. Бля, какая же ВР-ка useless, я больше никогда не сыграю. В текущем патче ВР-ка худший герой, блядь. Я ничего не могу сделать, она useless, у нее нету дэмэджа сейчас, она неиграбельная без дэмэджа. Мор закупился на все деньги, если он умрет, мы проиграем. Без морфа у нас нету аутов. Ну да, я вижу микрофурунку, но там толпа. Если тебя убьют, это финиш. Окей, Свен... Свен хуесос! Связал челика, сделал все, что мог. И окей, я дебил. Мор выносит топ. Не знаю, будет ли толк. Жду вас, парни! Фиксирую! Фиксирую дауна. Меня никогда так не плавило. А что мы делаем? Я не знаю. Это злупа меня достала? Как? Эй, бал эту игру. Я ничего не понимаю. У нас они в дауны умирают. Соло! 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 Солист! Солист! Леша! Что такое? Что такое? Где он? Я не про... Хуячит. Я включу гимн, наверное. Пусть будет. Я четвертый по херу дэмэджу, ладно, хватит. Ну как бы я на харде стоял, даже не фармил, если что. Я, если что, не фармил. Кто не смотрел игру с самого начала, я даже не фармил. Мне не дали изи лайн, я не мог пойти на мид, а на харде нуруб фармил. Он купил топорик, он только мог фармить. Я не мог фармить на харде. Я не фармил, если что. Я был супер тильте, потому что я был уверен, всю игру с мы проиграем. Потому что у них ебанутый пик против нас, ну, максимум лайта. Как мы вообще выиграли, я не знаю. Ну, Свен долбоеб, они все долбоебы, на самом деле. Они все долбоебы, если мы выиграли. Хз. Ну, Свен, конечно, вообще худший мусор. Просто пиздец. Надеюсь, у меня, ну, не сломался, не сломались суши, потому что... Вот это называется тильт, понимаете? Вот, если кто-то, кому-то сложно загуглить слово тильт, это был тильт. Не бывает такое состояние иногда, особенно в доте. В доте, скорее, чаще. Сколько у меня рейтинга? 5939. А сколько у меня было до этой... до этой игры. Оно все правильно. Логично. Ну, типа, смотрите. Я постоянно выигрываю игры. У меня было после калибровки 5,687. То есть я уже поднял 250 рейтинга, но ранг у меня упал на 1000. Плюс 250, минус 1000.
То что, все, блядь, 24 на 7 катают, или все челики, ну, не знаю, откалибровались настолько высоко? Ну ладно, хуй с ним. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи Твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.